Всем привет, с вами Юля. Сегодня 9 января, воскресенье, и я начинаю мою новую рукодельную неделю. Начинаю ее с процесса «Золотое руно» на охоте. Как вы видите, я уже чуть-чуть повышивала, и у меня уже собачка практически полностью готова. Результатом я очень довольна. Знаете, вот вчера вечером я вышивала, мордочка уже стала проявляться, ушко вот практически дошила, чуть-чуть осталось здесь. И это, конечно, меня очень сильно подбодрило. Я довольна результатом, очень хорошая проработка, сочетание цветов. И причем это просто крестик, без каких-либо стежков. Ну, просто одно удовольствие сейчас получаю от процесса. И самое сложное у меня вышилось, осталось уже совсем чуть-чуть. Я вчера посчитала крестики по схеме, у меня осталось около 10 тысяч. Я думаю, за 2 недели я смогу с ними справиться, но буду стараться, по крайней мере. Потому что здесь схема уже как бы несложная. Я думаю, что 10 тысяч я осилю. Ну, в общем, как пойдет. Вышиваю я на кюснапах, поставила на держатель Topex. Не стала накручивать на станок, потому что я вот сейчас вот этот участок дошью, и я буду переворачивать кюснапы с обратно, ну, вверх ногами, чтобы мне не тянуться вверх, не напрягать свою спину. И я думаю, что мне будет так удобно. Схемку тоже переверну, все нормально. Ну, нитки там у меня, нитки, органайзеры, иглы, все так у меня. Так, здесь у меня нитки, органайзеры, иглы. В общем, такой процесс сейчас идет рабочий, поэтому вот все как есть. Хотела с вами немножко повышивать и ответить на несколько комментариев. Начала вышивать от золотого руно собаку, да, на охоте. Вот, смотрите, пришел ко мне в комнату. Все время сидел себе на своем местечке. У него есть его коврик. Сегодня ко мне пришел. Мне компанию составляет. Близко к нему не подхожу, он камеру очень стесняется. Бор. Привет. Ты у нас стеснительный. А девочки скучают по тебе, приветы тебе передают. Ну. Бор. Просыпайся, давай, просыпайся. Ой, просыпайся. Просыпайся. Посмотрим на тебя. Молодец. О, проснулся. Ну все, иди обратно, спи. Обратно иди спать. Так, давайте повышиваем. У меня здесь припаркованные хвостики, но ничего. Так, ну я надеюсь, будет видно. В общем, где здесь? Ага. Так, какую тему я с вами хотела обсудить? Я недавно выложила видео о моем рулоне неоформленных работ. Это те работы, которые у меня не оформились, не нашли своего местечка на стенах. Есть, конечно же, у меня много оформленных работ. Вот то, что вот самое-самое я стараюсь оформлять. Ну, те работы, которые, к примеру, не укомплектованы серией, либо как-то они пока не подходят, они не оформлены. И так как я снимала видео об итогах, я достала все вышивки, все, конечно, это тоже рассматривала, утюжила и решила еще раз просто вот так бегло пролистнуть, показать вам мои вышивки, все, которые лежат в моем рулоне в сумочке. Для вдохновения. Кому-то это видео очень понравилось, вдохновились, посмотрели. Кто-то немножко озадачился, почему вот я сняла такое видео, ведь у меня есть уже видео о моих готовых работах. Ну, вот это такой момент был. Да, конечно же, все эти работы, они есть, но есть и новые подписчики, которые
приходят и сразу не могут найти все интересные такие видео о вышивках. И всегда что-то меняется, что-то оформляется, что-то уходит из рулона, что-то добавляется. Ну, в общем, было у меня вдохновение, я просто полистала этот рулон. Вот, воспринимайте это, ну, просто как бы для вдохновения. И еще такой вопрос возник, наверное, глядя на мои работы. Я вообще слышу часто этот вопрос, многим сейчас задают девочкам, почему я не вышиваю многоцветки. Вот такой вот вопрос сейчас на YouTube. Эта тема очень модная, многоцветки. Очень многие стараются вышивать многоцветки, но многоцветки — это дело-то очень сложно и дело вкуса. Ну, вот, к примеру, для меня многоцветка — это та работа, где больше 100 цветов, ну, примерно около 100, там, пусть плюс-минус, да, 100 цветов. Если брать работы химеры, вот как у меня есть несколько схем, там по 30-40 с блендами, пусть 50 цветов, это не многоцветка. У золотого руно большие работы, там есть и по 60, и по 65 цветов, и что-то тоже многоцветки, мы же их не называем многоцветками. Я, конечно, не совсем в теме, может быть, я чего-то не знаю на YouTube на эту тему, потому что я не вышиваю такие работы, вы, конечно, меня просветите, но вот по логике вот так вот я понимаю, что, ну, это не многоцветки, это просто авторские схемы, такие большие разработки, техники прогон, да, почищенный прогон. Вот, ну, есть удачные, понятно, как у всех авторов, есть не очень удачные. Значит, если говорить о многоцветках, ST, Golden Kite и другие дизайнеры, которые создают работы именно в такой сложной, такие большие сложные схемы, чтобы там было где-то около 100 цветов, то такие работы я не беру на сегодня, потому что, во-первых, у меня очень маленькая продуктивность. Я на самом деле мало вышиваю, у меня небольшая скорость, понимаете? Небольшая скорость. Я могу какие-то дни вообще не вышивать, могу какой-то период времени не вышивать, заниматься своими делами, отдыхать. У меня бывает 500-600 крестиков всего лишь в день. Бывают дни, выходные, вот как сейчас, все дела сделаны. У нас получилось 4 дня выходных, и я практически все эти дни напролет вышиваю. Ну, конечно, делаю какие-то дела, но много времени уделяю, и поэтому у меня процессы как бы пошли, стали двигаться. И видео наснимала, в общем, такой период жизни. Но это не всегда так. И если взять такую серьезную, сложную работу, значит, вышивать только ее, процесс будет идти, конечно же, более медленно, там постоянно смена нити. Это выход по крестикам в неделю около 3000 для меня, ну, примерно. А другие работы двигаться не будут. И, ну, во-первых, мне будет, наверное, скучно вышивать только такую работу, и долго, надолго меня не хватит, потому что когда вышиваешь, хочется видеть результат, а если результата как бы ты долго не видишь, начинаешь скучать, YouTube тогда точно придется забросить, потому что мне показывать вам будет нечего. Ну, не знаю, как бы. И это один такой момент, да, который меня вот он останавливает. Другой момент — это такая работа вышивается долго. Ну, пусть, скажем, ну, если я ничего больше вышивать не буду, а только год буду вышивать какую-то такую работу, то да. Ну, тогда я не знаю, что делать с YouTube. Вот. С другой стороны, если вышивать ее потихоньку вместе с другими работами, то это на года. Когда маленькие работы, почему мне нравится? Мне нравится сам процесс. Я вышила, понравилось, оформила. Не понравилось, ну, в смысле, мне подошло куда-то, я оформила. Не подошло куда-то, она лежит в рулоне, я не переживаю. Я не тратила на эту работу пол своей жизни. Я просто получала удовольствие от процесса. Процесс легкий и приятный. А эта работа, многоцветка, сложный процесс. Там действительно нужно
потрудиться, потратить очень много энергии, и потом вот просто положить так с легким сердцем в рулон такую работу, наверное, не положишь. Нужно будет обязательно оформлять. Значит, нужен какой-то вот дизайн, чтобы вот прям он точно не разонравился и подходил. Ну, к примеру, классику, там, царей, принцесс и всяких вельмож вышивать я не буду ни за что. У меня на это свои взгляды. Природу, ну, можно, конечно, но она меня настолько не вдохновляет, чтобы я все бросила, вышивала только природу. Ну, вот, наверное, не нашелся сюжет, какая-то тема, чтобы меня зажгла, и я захотела все бросить и вышивать именно многоцветки. У меня есть очень много купленных, красивых, классных наборов. Я к ним не перегорела, я их люблю, я тоже их хочу продолжать вышивать. У меня на них планы, мне интересно с ними, мне интересно вот с такими маленькими процессами, понимаете? Я хочу их вышивать. Это то, что касается многоцветок. А если брать работы, к примеру, вот химеры, там немного цветов. Сейчас я ниточку заправлю, то я сижу. Так, вроде бы я закрепилась. У меня сейчас на вот этом участке я вышила все цвета, которые были, и остался один цвет, бленд, очень такой классный, темно-зеленый с черным. Мне очень нравится это сочетание. И нужно будет просто заполнить вот этот участок полностью этим цветом. Очень хочется просто повышивать крестики. Не знаю, почему-то одним цветом так хочется повышивать. Просто сесть и все это вышить. Классно. На чем я остановилась? Остановилась я на химере, если брать вот к химеру, да, для меня это не многоцветки, как я это уже сказала, но вот у меня есть куплено две схемы. Почему не берусь? Опять же, большой объем, я боюсь, что я эту работу заброшу. Вот сейчас у меня лежат тигры, все собрано, все готово, и вот думаю, начать, не начать, резать канву, не резать. Ну, наверное, попробую я так себе уже немножечко... Склоняюсь как больше к этому варианту, что все-таки начну, потому что я вижу, что я с собакой здесь уже к концу января все-таки справлюсь. Поэтому у меня будет два финиша очень крутых, классных, и я смогу себя порадовать. Начну этих тигров, заодно попробую, насколько это моя тема, нравятся ли мне вот такие авторские большие разработки. Вот, а вообще, конечно, по поводу многоцветок, это, девочки, все дело вкусов. Ну, мы же не можем все вышивать одно и то же. Кому-то нравятся многоцветки, сидеть, вышивать одиночки. Кто-то в этом находит огромный кайф складывать из этого мозаику. Кому-то нравятся миниатюрки, маленькие авторские схемы. Это тоже очень интересно посмотреть. Но я вот с удовольствием смотрю на все работы. Кому-то нравится вышивать игрушки елочные, какие-то там деревяшки, тоже что-то с ними делать, складывать. Самое главное, это вот для меня, это не результат, это процесс. Я вот когда работу уже заканчиваю, конечно, да, я кайфую, что ура, я ее заканчиваю, классно, но у меня мысли уже о новой работе. Для меня интересно вот новое что-то начать вышивать, как это вышивается, вот этот процесс, да, как начало. Как ты продвигаешься к середине, как ты заканчиваешь. Все, работа когда завершена, потом она оформится, не оформится. Для меня это уже не играет какой-то прям вот такой большой роли. И поэтому мой рулон, он меня не тяготит. Лежит себе и лежит. И что еще хочу сказать по поводу работ. Кто-то может сказать, ну вот если были многоцветки, серьезные работы там, они бы, наверное... родственниками больше ценились, дольше хранились, а маленькие работки кому не нужны, потом их все выкинут. Вы знаете, выкинут и маленькие, и большие, все выкинут. Время так быстро меняется, технологии ускоряются. За 10 лет вы вспомните, за 20 лет давайте возьмем, вы вспомните, 20 лет назад не было мобильных телефонов. Сейчас посмотрите, что в наших мобильных телефонах, какие программы, что происходит. Технология рванула и будет еще ускоряться. Через 10 лет, может, на стенах не будет вообще никаких картин. Может быть, будут панели, которые будут создавать нам природу, транслировать нам все, что угодно. И кому нужны будут эти вышивки. Так, продолжаем. К
примеру, хотела рассказать вам историю, как у нас в Греции обстоит дело с вышивкой. Раньше здесь было очень, не то что модно, это просто было необходимо, приданное ручного изготовления. Постельное белье, скатерти, салфетки, дорожки, все это расшивалось. Белье это готовили, делали решелье, то есть все было ручной работы, это все собиралось с детства. Красивые все изделия, кто не мог сам сделать, покупали, платили, это стоило очень дорого. В общем, это было таким обязательным пунктом приданное. Вот. Что сейчас с этим приданым? То есть те люди, которые, женщины, повыходили замуж, сейчас им около 50 лет, у них у всех сундуки этого приданного, естественно, все это есть. Но они этим практически не пользовались. Может быть, там в первые годы своей жизни, потом это все поубиралось, потому что производство работает. Все эти салфетки, скатерти и постельное производство для нас выпустило в огромном ассортименте расцветок и качества. И поэтому вот это все ручное ушло в сундуки и просто стоит в подвалах. У каждой практически гречанки, ну, с кем я разговаривала, у всех что-то есть, у кого-то много, у кого-то чуть-чуть, но что-то есть. Все это просто хранится, они периодически это перебирают, там, ну, как-то проветривают, не знаю, что-то делают, но этим не пользуются. И выбрасывать не выбрасывают, потому что жалко, это мамы им все делали руками своими, целые сундуки вот этих вещей, как они их называют, этих тряпок. И мне довелось быть в гостях у одной женщины, и она постелила там какую-то скатерочку вот такую ручную, были еще две дамы, и они, значит, увидели эту скатерочку ручную, стали обсуждать всю эту тему, что у каждой эти сундуки, они не знают, что с этим делать, и какой-то кич, фу-фу-фу, постелить вот такую вот эту салфеточку вот на какой-то там столик. В общем, отношение, конечно, к этим вышивкам такое неоднозначное. Есть ценители, любители, которые вышивают, которые стелят, несмотря ни на что, несмотря на какие-то, может быть, предрассудки. И мне понравилось в Фейсбуке у одной группы, написано, значит, называется по-гречески «Киндауки густару», значит, вышиваю и просто балдею, в том смысле, вышиваю, мне это нравится, отстаньте, больше не нужны никакие пояснения, почему вышиваю. Вот. Ну а вообще, как бы, такое очень неоднозначное восприятие, кто там занимается рукоделием и скатертями, есть, ценят, но в основном, конечно, всем это почему-то надоело, все поубирали в сундуки и видеть этого не хотят. Большая масса, опять же повторюсь, есть и ценители. Вот, к примеру, есть у нас одна знакомая, она нашла тоже где-то там две вышивки на страмине. Страшненькие. Там такое все размыто, такие очень страшненькие вышивки. Но она их очень красиво оформила и очень красиво вместила в свой интерьер. Ну, у нее как бы такой талант дизайнерский, она это все обыграла аккуратно. Вот, но это вот такие вот люди единицы. В основном, конечно, вот эти сундуки хранят у себя в подвалах и даже за всю свою жизнь ничего ими не воспользовались. И я вот спрашивала, что вы будете делать вот дальше с этими сундуками? Говорит, вот когда я умру, тогда дети пусть и выбросят. Пока живу, пусть они все там стоят. Вот так. Поэтому что будет с нашими вышивками, большими, маленькими, это уже такой вопрос. Скорее всего, тоже все это выбросится, бабушкины тряпки будут. И вот что получается, какой плюс от этих вышивок? Просто удовольствие от процесса. И какое-то удовольствие, что мы посмотрим на оформленную работу, пока она как бы в теме, нам нравится, повисела, но потом ее нужно заменить. Вот такая вот история, поэтому у меня очень неоднозначная отношение к многоцветкам. У меня нет столько времени вышивать, ну, быстро, чтобы быстро получить результат и повесить.
Я смотрю, девочки, чтобы вышить быстро, многим жертвуют, сном своим жертвуют, какими-то работой жертвуют, многим жертвуют, чтобы вышить эту работу. Я не готова. Мне вот нравится пока, может быть, я еще не доросла, может быть, не нашелся мой сюжет, но вот мне пока достаточно таких средних работ, я от них тоже получаю огромное удовольствие и трачу тоже очень много времени, но больше, наверное, я не готова тратить, больше времени не надо на вышивку. Вот, довышивала практически целую нитку с вами, побеседовали, поставила две лампы. Надеюсь, будет достаточно освещения, потому что сегодня целый день идет дождь, пасмурно. И я не знаю, что там пишет моя камера. Но я надеюсь, пишет. Вот такие мои мысли на эту тему. Продолжу вышивать. Я надеюсь сегодня завершить вот этот вот кусочек, участочек. Здесь у меня мало используется значков, поэтому будет идти повеселее, пошустрее. Увидимся с вами в следующем включении, скорее всего в субботу, посмотрим, как получится, покажу вам, что у меня навышивалось и как продвинулась моя работа. Хочу показать вам моих помощников на кухне. Это вот такие овощные различные смеси по традиционным греческим блюдам. Называются они ладеро, то есть масляные на основе оливкового масла без мяса. И вот такие вот различные комбинации овощей. Их много, около 10-12 традиционных таких блюд. Я люблю вот эту фирму, это Барбастатис. У них очень хорошая заморозка, без сухая, без какого-либо льда. И в чем прелесть вот этих вот смесей? То, что засыпал в кастрюлю, добавил просто горячей воды, соль, перец, масло оливковое в конце я добавляю. Его добавляется много, 50-70 где-то миллиграмм, ну, примерно. У каждого свои вкусы и предпочтения, кто хочет попитательнее, побольше масла. И все, и оставляем вот на указанное время, 50 минут. Больше ничего делать не нужно. Поэтому такая палочка-выручалочка, когда времени нет, либо хочется просто отдохнуть, я использую вот такие смеси. И раз в неделю обязательно у меня есть какая-то такая смесь. Вот на эту неделю я взяла здесь у нас фасоль. Вот такая вот бело-красная. Здесь перец, лук, картошка, красный перец. И, наверное, тоже вот это перец. А и помидорчик еще здесь. Вот, все это готовится быстро, получается вкусно. Подается с фетой традиционно. Очень люблю. Ну и шпинат. Это моя большая любовь. Я его использую к различным блюдам. И с рисом готовлю. Тоже классическое такое блюдо. Масляное. И другие гарниры делаю. Поэтому вот сегодня у нас вот такие вот добавки к нашему меню на неделю. Итак, сегодня 16 января, воскресенье. Спешу отчитаться по моему процессу «Золотое руно на охоте». На этой неделе я вышивала. Несмотря на то, что у меня несколько дней абсолютно выпали из вышивки, у меня были другие дела. Продвижения есть и очень даже неплохие. Я думаю, на контраст вам видно, сколько у меня вышилось. Хорошо заметно вот это вот, этот участок, который вышился именно на этой неделе. Напомню, что у меня была не дошита собака. Вот тут вот часть собаки. И вот по траве вот этого участка полностью все вверх. То есть такой очень большой, объемный участок у меня вышился на этой неделе. И это благодаря тому, что схема здесь очень легкая. Я вышиваю вот эти листочки вкрапления, а потом фон я зашиваю уже как бы так быстренько, шустренько. Все хорошо вышивается. Вчера вышила хвост, теперь собака у меня полностью завершена. И мне очень нравится то, что получается. Прям вот с удовольствием вышиваю, процесс нравится, и самое главное, нравится итог, нравится проработка. Очень хорошо здесь все проработано, нет ни одного полукрестика, ни бэкстича, ни французского узелка, просто крест. Но посмотрите, какая прекрасная разработка. Собака хорошо
видна, все складки, все хорошо. И мне очень нравится вот этот зеленый бархатистый фон. Вот. Ну что, буду я продолжать вышивать. Если все будет хорошо, то на следующей неделе я покажу вам уже готовый результат. Там как пойдет, плюс день, минус день. Да, это же все-таки еще есть текущие какие-то дела, поэтому не всегда все так получается по плану. В этом году планов я себе не ставила и очень рада. Мне нравится вышивать по настроению. Чувствую себя как-то так даже спокойней. Как вышивается, так вышивается. И вот покажу вам обложку. Вот такой вот результат у нас представлен на обложке. И что получается? Ну, прям вот один в один. Посмотрим потом уже по итогу, когда я дошью, померю еще размер. Вот. И хочу показать вам мой список на 1.01.22 года, мои процессы. Как я и говорила, я убрала один процесс, панну, вот эти греческие вазы я пока расформировала. И у меня оставалось 23. Я закончила Dimensions Ангел Элегантности 8 числа, 8.01 у меня он завершился. И у меня остается, получается, 22 процесса. Вот сейчас работаю я над золотой руну на охоте. Ну а дальше посмотрим. И вы знаете, я решила, что в этом году хочу, пока есть настроение, позаниматься моими начатышами. У меня прям будет такой проект «Начни начатыш». Буду брать по одному процессу из этого списка и вот вышивать, сколько есть настроения. Если настроение будет у меня как бы меняться, я буду менять процесс. Вот. Некоторые работы, я думаю, вот на этом, в таком вдохновляющем, на этой вдохновляющей энергии, они будут и завершаться. Вот как собачка, я уверена, что я ее завершу. Не знаю, конечно, там прям через неделю, через 10 дней. Но очень такие хорошие шансы к концу января быть завершенной. Класс. Эта работа кажется бархатной, хочется ее прям трогать и трогать. Она очень-очень классная и интересная. Мне очень нравится то, что получается. Да, и поставила сегодня в украшение мою бескорню, свежеиспеченную по 31 декабря. Я эту бескорню очень долго делала, такой был кропотливый, сложный процесс, но вот какая она получилась классная. Конечно, великолепное изделие. У кого позволяет зрение, девочки, одну такую штучку можно сделать. Это украшение просто рабочего стола, вообще нашего рукодельного. Класс. Ну, в общем, вот такой у меня здесь аксессуарчик рукодельный. Ну что, отправляюсь вышивать. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч и всем пока-пока. Сегодня 9 января, воскресенье. У нас плюс 9. Сегодня дожди. Мои всю ночь. И вот с утра тоже дождь. И будет еще идти дождь. Но даже дождь нас не останавливает. Мы приехали к нашему акрополю, чтобы выпить чашечку кофе, прогуляться, набраться сил, зарядиться энергией. И вот хочу показать вам наши мандариновые деревья. Это Нерайдза их называют, потому что это дикие мандарины, они не съедобные, не привитые, горькие, но они очень красивые. Цветут и плодоносят два раза в год, и там, где есть на улицах, высаживают мандарины. Конечно же, это очень атмосферно. Дворникам доставляет много хлопот собирать все эти опавшие мандарины, но я их очень люблю вот за вот яркость и, знаете, какую-то праздничность круглый год просто. Особенно вот зимой, как они радуют, когда цветов мало. Хотя вот сегодня я увидела, зацвела мимоза. Мы не смогли там остановиться. Такой пышный был куст огромный. Просто что-то невероятное. И к концу месяца будет цвести миндаль розовыми цветками. Припарковались мы у горы в парке Филопапу. Вот с этой стороны здесь акрополь. Мы сейчас посвернем. И там как раз будет акрополь. Прогуляемся с вами. Может, чего-то вам интересного покажу.
утро, только остановился дождь, людей пока нет, и в этой прекрасной тишине слышно пение птиц, как они весело щебечут. Красота. Это парк перед Акрополем. Акрополь как раз у нас впереди. Вот там здесь остановка для автобусов, для туристов. И за этой остановкой очень классная кафешка с прекрасным видом на Акрополь. Но из-за ковида сейчас все так вот плохо работает. Вот она, эта кафешка. Ресторанчик ночной. Шикарное заведение. Особенно вечером. Все подсвечивается и с видом на Акрополь. Как раз сзади ресторанчика у нас парк Филопапу. Впереди Акрополь. Ну и вот это еще такой парк. Вот так. Так, мы вышли на главную аллею у Акрополя. И вот хочу показать вам два оливковых дерева. Молоденьких вот одно. И вот второе. Оливковые деревья плодоносят год через год. Вот одно дерево стоит без оливок, практически пустое. А вот эти ветки даже прям вот посмотрите, как они клонятся к земле, потому что очень-очень много оливок. Но это дерево такое не сортовое, поэтому оливки здесь, видите, какие масюсенькие, так просто. Но тем не менее, какая она богатая. Маленькое дерево, и вот смотрите, видите, вот эта ветка, как сильно ее клонит. Такая красота. Вообще все так зазеленело из-за дождей. Невероятная весна у нас началась. Я все ждала холодов, а у нас все южные потоки воздуха. Южные потоки воздуха — это значит всегда тепло. Здесь такой зеленый ковер расстелила природа. Просто невероятно. Цветы уже повылазили разные всякие. Птиц много. Акрополь вот там вот, вдалеке. Вон там чуть-чуть его видно, вот там.